Сегодня у нас 8 сентября. Вот тут возле моего дома находимся. Иначе решил погулять с ураганом. Пнул по чурке и все. Стал грызть. Пенек пнул. Вот так вот. А вот сейчас, если я пну вот этот вот, он вот этот будет грызть. Все. Ну, тот больше нравится. Тот осиновый. Во. Вот так мы дорогой играли всегда. Все. Зубы точит, которых нет. Но зубы есть. Он обычащую эту баранью кровь взял, эту косточки, ножки, только хрустит. Да, нос у нас наморщил как. Вот зубы, к стоматологу не надо водить. Види, что делает. Так, что-то задумается или нет? Нет. А пни березовые, гнилые, собирали гнилье мукой, с мукой мешали, ели, Валя Конев говорит. Так что тут ничего такого нет, вон как. Вот я когда иду брать его оттуда, он себя не помнит. Он скачет. Я пытаюсь его укоротить, бесполезно. Я говорю, ну сейчас пойдем. Он прыгает, лижет, хватает. Так. Ну что, мы пошли. А, сейчас его не увидишь даже, не пойдет. Ну, брось его. Все. Пойдем. Я прогуливаю, а Никита кормит его. Никита. Пойдем, пойдем. Слава Христу. Думаете, на дымарь?